Как часто вы совершали ошибки? Каким результатом они привели вас? И нужно ли их вообще совершать? Об этом мы не только побеседовали на уже второй встрече выдающихся выпускников КФУ в рамках проекта «Мост», которая состоялась в последний день зимы в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Спикер в категории «Стартап» выступил Руслан Шикуров, основатель социального проекта «Donor Search». О своей творческой работе рассказал Руслан Сирозетдинов, писатель, главный редактор журнала «Деловой квартал Казань». Спикер в категории «Наука» Виктор Сидоров, политолог КФУ. Разбавила эту мужскую компанию Ляля Бекчентаева, директор Казанского центра достижения молодых. К слову об ошибках, каждый из приглашенных гостей совершал те или иные ошибки, которые в дальнейшем так или иначе определили их судьбу. Ошибки, они позволяют себя познать. Да, действительно, ты платишь временем, ты платишь валютой, да, реальной, за то, что ты совершаешь ошибки, ты делаешь неправильный выбор. Но взамен ты получаешь иногда, не всегда, смотря как ты относишься к этим ошибкам. Ты получаешь валюту в виде познания самого себя. И ты учишься, да, на своих ошибках. После выступлений у студентов была возможность порассуждать на этот вопрос лично с выпускниками в формате Open Talk. Елизавета Евтифеева, Универ Ньюс.